эфире «Наши новости», в студии Александр Аверков. Добрый вечер. Держаться вместе и выгодно, и безопасно. Минск вновь призывает к единству партнеров по ОДКБ. На этот раз на уровне министров иностранных дел. Без них не подступается к рассмотрению ни одного вопроса. А потому Александр Лукашенко призывает дипломатов встать на защиту ОДКБ. Беларусь как может насыщает свое председательство в организации. Важнейший приоритет – разрешение внутренних конфликтов. Без этого будет крайне сложно противостоять внешним угрозам, уверен президент. При этом членство в организации не обязывает поступаться собственными интересами. Если кто и лишает государства суверенитета, так это Запад и США. Об этом заявил Александр Лукашенко. И неголословно есть примеры того, как Соединенные Штаты, говоря словами президента, приструнили Европу. Так какой план нужен ОДКБ и почему дело отнюдь не в России? Анна Пыш о том, что договор важнее западных денег. Это утро как глоток свежего воздуха. Обстановка так накалилась, что в Минске как манну небесную ждали дождя. А вы о чем подумали? Нет, министров иностранных дел, конечно, тоже. Им место встречи изменить никак нельзя. Встреча в формате ОДКБ не первая, пусть не пугает дежавю. Да, все когда-то было. И самому себя цитировать Александр Лукашенко не в удовольствие. Признается, думает, с чего начать. Решает с главного, с долей самокритики. Нас порой зря критикуют, но очень часто правильно критикуют. Все мы, вот присутствующие за этим столом, чего-то ждем ОДКБ. В противном случае, зачем было вступать в эту организацию? Допустим, Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Очень обоснованно это точно порой предъявляет нам претензии Армения. Проблемы существуют. И очень серьезные проблемы. Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, мы будем неудовлетворение свое высказывать функционированием в целом организации. Проблемы существуют для того, чтобы их, ну, скажем так, решать. Сейчас пули не летают, и эти конфликты ушли из новостных лент. Но это словно тлеющие угли. Хороший ветер быстро их разожжет. Во-первых, погасшие конфликты вредят имиджу ОДКБ, но президент даже не об этом. Они могут разъедать организацию изнутри. Вот что действительно опасно. Это как ревность. Как только доверие к партнеру подорвано, нет-нет, да и посмотришь на сторону. Я из года в год вижу эту основную проблему функционирования ОДКБ. Надо решать вопросы, которые, ну, уже не просто стоят в тех или иных государствах, которые вопиют. Без вас эти вопросы никто и начинать не будет решать. В этом ваша колоссальная роль с моей точки зрения. Поэтому к вам просьба. Давайте, как бы ни было сложно, поставим повестку дня эти проблемы и их решим. Опасность состоит в том, что если наши друзья-советники с Запада туда влезут, а вы видите, они туда лезут, нам уже будет сложно решать эти задачи. Как раз на днях в прессе появились сообщения, что Вашингтон уже не просто хочет участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, а выставляют ультиматум – либо с нами, либо никак. Ноги российского миротворца не должно быть в Степанакерте. Таков их мотив. Скептики скажут, Лукашенко опять защищает интересы Путина. Но это крайне поверхностный взгляд. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации «Россия» в сложной ситуации и так далее и тому подобное. Россия – это часть, это элемент, небольшой элемент всего того, что происходит в мире. Африка, Китай, Тайвань, США, Европа. Американцы хотят, раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее, европейцы. Да Господь с вами, вы давно уже его потеряли. Как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и они еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе
идет жестокая драка, битва, неизвестно чем закончится, и дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И вот в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Сохранить суверенитет, не потерять лицо, а заодно и рынки. К примеру, Казахстан, который, безусловно, самостоятелен и во многом даже самодостаточен, торгует больше других с Россией, Китаем и Италией. Кто главный торговый партнер Армении, которую так ценят и уважают западные политики? И снова Россия. Так что дружба дружбой, а торговля торговлей. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. Там, если и что-то предложат за рубежом США или на Западе, это значит в обмен на ресурсы или на какую-то политику, там тремя пальцами что-то дадут. Если ты будешь бегать следом, щелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят. Поэтому не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе. Александр Лукашенко подчеркнет, это его точка зрения, но она выстрадана, если хотите, многолетним опытом, в том числе советским. Да, в СССР не было джинсов и жвачки, но ракеты и космические корабли как-то строили. Даже если этот конфликт закончится в Украине, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий, ну назову его, план наших действий, прежде всего в экономике. И этот план должен всех нас объединить, сплотить. Мы, ну, будем считать в изоляции, как Советский Союз, но мы должны выжить. Мы должны определить, что мы можем у себя произвести, практически можем все, ну, процентов 90. Мы с президентом России прикидывали эти моменты. Ну, 10% будем кувыркаться, как-то закупать, пока не уйдем от этой зависимости по импорту. Но надо выработать такой общий план. И чтобы в этом плане каждый видел себя. Если вы не согласны, то, я думаю, мы недалеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90%, ну пусть 80%. Но другого пути у нас нет. Просто болтыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, что-то создаст, а потом кинется и уйдет. У нас на это нет времени. Места хватит всем, уверен президент. Есть ОДКБ, есть СНГ и ЕАЭС. У каждой организации, конечно, свои задачи. Что отличает эту, уж точно, нежелание воевать. ОДКБ не агрессивный, не наступательный военно-политический блок. Это организация исключительно оборонительного характера. Созидательный и объединительный повестка. Солидарность, единство и сотрудничество лежат в основе концепции нашего председательства в ОДКБ. И снова можно включить внутреннего скептика и так протяжно сказать, ну, это же не ООН. И эту критику Александр Лукашенко отчасти принимает. Чтобы вас слышали, начните что-то говорить. А чтобы слушали, делайте это уверенно. Работает и в жизни, и в политике. Я уже говорил о том, что нам надо чаще выступать от имени ОДКБ и на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как костка кому-то в горле. То НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш должен звучать, как военно-политического блока. Словом, президент открыт предложением. На ноябрьском саммите в Минске ему хотелось бы обсуждать что-то предметное. Нет, Александр Лукашенко не использует собственное председательство в ОДКБ как инструмент влияния. Он просто хочет, чтобы всем на этом едином пространстве стало жить немножко лучше. А разве не ради этого все когда-то затевалось? Единство всем врагам назло, пожалуй, так это можно описать. Емко, пусть и не очень дипломатично. Раз Запад коллективный, то и ответ ему должен быть симметричным, а это уже на языке дипломатов. Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрению своих правил и увековечиванию своих правил, которые подрывают международные права и формулируются по принципу, когда мне выгодно будет белое, когда мне невыгодно будет черное. И это проявляется в самых разных сферах международной жизни. В этом плане мы также наблюдаем отчаянные
агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами организации договора коллективной безопасности. Наш общий вывод – необходимо противодействовать, противостоять этому давлению. Как? Это и обсудят министры иностранных дел ОДКБ. Важно понимать, у них нет задачи доминировать. В этом они не хотят быть похожими на западных коллег. Чужого не надо. Им бы не отдать свое. Оцениваем обстановку как весьма напряженную, а в некоторых случаях и угрожающую. И это не может не вызывать законного беспокойства всех наших стран. Мы видим, какими ускоренными темпами деградирует архитектура международной безопасности. На этом фоне растет градус недоверия, происходит гонка вооружений и непропорциональный рост военных потенциалов. Все это сдабривается совершенно безответственной, воинственной риторикой ряда западных политиков. Не нужно далеко ходить. Буквально вчера одна британская газета сообщила о конкретных фактах подготовки в Польше боевиков и террористов для вооруженных действий на территории нашей страны, Республики Беларусь. Предупрежден, значит вооружен. И, как показывает практика, это уже немало. Когда-то война стала для советских стран большой неожиданностью, и она же их сплотила. А потому и победа стала одной на всех. И, как скажут в Минске, тогда все получилось, потому что держались вместе. Увидим, хорошо ли выучен тот урок. Анна Пыш, Сергей Янковский и Игорь Хвиченя. Наши новости ОНТ. Скандальная публикация в «Нью-Йорк Таймс». Американский журналист Брэндон Хоффман утверждает, что во Львове раскапывают могилы погибших в прошлых войнах солдат, чтобы хоронить бойцов ВСУ. Как утверждает автор, за 15 месяцев кладбище переполнилось, а сейчас смертей еще больше из-за наступления. И теперь старые безымянные могилы воинов прошлых конфликтов эксгумируют, чтобы освободить место. Совсем иное отношение к памяти в Беларуси. В Брестской крепости спустя десятилетия перезахоронили останки защитников цитадели. 52-й поисковый батальон вооруженных сил проводил работы на территории мемориального комплекса. Обнаружены останки 10 человек. По предварительной информации, это 8 защитников Брестской крепости и 2 мирных жителей. Урны с прахом сегодня предали земле на площади церемониалов. Полвека назад под этими плитами были останки 823 защитников цитадели. Сейчас больше 1000. Большинство имен установить не удалось. Сегодня у нас под плитами мемориала находятся останки 1038 защитников, членов семей, которые были обнаружены вот за эти годы. Установлено уже на сегодняшний день 277 имен защитников. Это говорит о том, что работа по установлению фамилий, имен, званий наших защитников или членов их семей продолжается нашим коллективом мемориального комплекса. И да, это кто-то может сказать, это немного, но тем не менее это определенный результат нашей работы по сохранению памяти, по сохранению этой памяти для потомков, для нашей молодежи. Специалисты продолжают восстанавливать имена героев. Есть постоянные запросы от потомков. Они поступают из разных стран. Поиски ведутся через архивы, в том числе концлагерей, которые находились на территории других государств. Установить личности тех, кто погиб в первые дни войны в Брестской крепости, труднее с каждым десятилетием. Последние фамилии здесь стали известны в 2011 году, когда в крупном захоронении обнаружили медальоны. Июнь 41-го. Сегодня мы вновь возвращаемся к той дате, которая навсегда вписана в историю Беларуси. О том, что история повторяется, рассуждает сегодня в политстендапе Александр Метла, директор комплекса «Линия Сталина». Против кого и во имя чего воевали наши деды 80 лет назад? Тогда русский, белорус, украинец стали плечом к плечу, чтобы буквально спасти мир от коричневой чумы. Но откуда фашистские кресты на леопардах, которые сегодня бороздят украинские поля?
уже не больно? Или история все стерпит? Как западная пропаганда делает из украинских солдат безжалостных зомби? И почему из-за океана воевать на чужой земле чужими руками так выгодно? Смотрите новый выпуск политстендапа сразу после нашего выпуска. Белорусских аграриев на прочность испытывает засуха. Дожди идут неравномерно. В некоторых регионах их не было полтора месяца. В хозяйствах как могут спасают зерновые и травы. При этом уверены, на урожай сахарной свеклы погодные форс-мажоры не повлияют. В прошлом сезоне был рекордный урожай сладкого корнеплода. В этом думают еще добавить. Внутренний рынок обеспечен. Главная задача – экспорт. Виды на урожай и перспективы сладкого вопроса оценила Наталья Петкевич. Немножко дождь. Сделать паузу решили. И решили, вот, решили проверить. Форсунки. Тот самый день, который год кормит. Нельзя терять ни минуты. Но такой паузе аграрии рады. Под несвежим дождь впервые за полтора месяца. Механизатором Антон Жук работает почти четверть века, но такой природной аномалии не помнит. Дождик еще очень рады, очень рады. Впереди остается 330 гектаров сахарной свеклы обработать, внести фунгициды. И с 5-4 утра вносили, и поздним вечером носили до темна. Потому что все-таки при 25 градусах, при 26, при большой засухе нельзя вносить все вот эти препараты. Как только закончится дождь, техника отправится на свекольные поля. Нужно обработать от болезней и подкормить. Сладкий корнеплод в хозяйстве – культура стратегическая. В этом году посевы увеличили на четверть. Несмотря на испытания аномальной засухой, зелень полей до самого горизонта. И такой результат благодаря технологии, в которой мелочей быть не может. Мы успели вовремя, чтобы оптимальные сроки посеять, подготовить, запахать, закультивировать, внести удобрения. Вышли, можно сказать, за неделю, может, мы там 8 или 10 дней максимум, я даже не скажу, сколько мы посеяли сахарную свеклу. Одними из первых мы справились с этой задачей в районе. Урожай свеклы в хозяйстве растет из года в год. Здесь к сахарной культуре подход особый. Разработали свои технологии сева, внесения удобрений и защиты. Знают, сорнякам в засуху нельзя давать ни единого шанса. Они забирают драгоценные капли влаги. Рентабельность сахарной свеклы составила в прошлом году 21%. Схема защиты – это двукратная обработка от сорняков. По мере появления новых сорняков проводятся эти обработки. В этом году был заложен опыт по выращиванию сахарной свеклы по веснопашке. Результат нас радует. Развитие свеклы идет хорошее. От полей до цеха переработки Городейского сахарного комбината всего несколько километров. В прошлом году сюда отправили 13 тысяч тонн свеклы. Сейчас на одном из ведущих сахарных заводов страны заканчивают подготовку к новому сезону. Оборудование тестируют, чистят, меняют износившиеся запчасти. Запустят уже к началу августа. Параллельно ведутся масштабные работы по модернизации. Новый кристаллизатор сахара, который позволит дополнительно извлечь нам еще около 2000 тонн сахара. Увеличиваем также переработку и мелассы. То есть мы из нее дополнительно стараемся извлечь еще сахар. То есть этот побочный продукт, который мы обычно отгружаем сельскохозяйственным предприятиям, но здесь мы можем из него извлечь еще больше пользы для себя. Сейчас на складах комбината около 30 тысяч тонн сахара на случай ажиотажного спроса. Здесь всегда держат неприкосновенный запас. Линии по фасовке не останавливаются ни на минуту. Популярные упаковки по килограмму, сахар кусковой в мешках и в огромных бэгах по тонне. На любой вкус заказчика. Всего 10 наименований сладкого продукта. Мы в прошлом году 139 тысяч тонн сахара заготовили. В этом году планируем 150. Мы отправляем сахара до 25-30% на экспорт. Это Россия, 90%, 10% Казахстан, ну, часть Молдавии. Сейчас вот первую партию отгрузили пробную на Америку. На экспорте в прошлом году комбинат заработал почти 50 миллионов долларов. В нынешнем погода вносит коррективы, но опытные аграрии уверены. Урожай сладкого корнеплода будет не меньше прошлогоднего. По итогам предыдущего года мы получили 4 миллиона 200 тысяч тонн сладких корней. Это довольно неплохой результат, учитывая последние 3 года. Но стоит перед нами задача от правительства получить порядка 5 миллионов сладких корней, что позволит в полном объеме обеспечить потребность нашей страны, нашего населения в сахаре, а также создать большой экспортный потенциал
для реализации за пределы страны. Если перевести клубни в сахар, урожай прошлого года почти 600 тысяч тонн. Для внутреннего рынка нужно 480. Остальное – экспортный потенциал. Его наша страна наращивает ежегодно. География поставок от Европы до Азии. Сахар – стратегический продукт, который полезен для экономики. Цены на мировом рынке растут, а значит, для производителей наступает сладкое время. Наталья Петкевич, Владимир Слиш. Наши новости. Президент подписал указ, который регламентирует деятельность ОСВОДа. Утверждена новая редакция устава. Он совершенствует структуру объединения, актуализирует его государственно значимые задачи и методы деятельности. МЧС наделяется полномочиями по представлению государства в ОСВОДе. В новой структуре создается наблюдательный совет под руководством министерства. Также перераспределяются функции между органами объединения, изменяется порядок избрания и переизбрания председателя. Предполагается согласование его кандидатуры с президентом. Очередной нетеплый прием Варшавы. Польские военные в выходные дважды попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию. Сегодня видео обнародовал погранкомитет. Сначала силовики сопредельного государства на военном грузовике доставили двоих граждан к границе, судя по всему, чтобы выдворить в Беларусь. Наши пограничники пресекли нарушение. На кадрах отчетливо видно, с уязвимыми людьми поляки обращаются как с преступниками, перевозя под конвоем и в кузове автомобиля. Позже на служебном транспорте к заграждению доставили еще одну группу. Польские военные, угрожая расправой, вынудили иностранцев пройти через калитку для животных на белорусскую территорию. Сегодня Всемирный день беженцев. Повод напомнить о проблемах этих людей и рассказать, как их поддерживает Беларусь, которая стала вторым домом для представителей нескольких десятков национальностей. В Гомеле для переселенцев устроили праздничную программу. В кризисный центр пригласили семьи беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана и Украины. Все они покинули родные страны во время вооруженных конфликтов и нашли убежище в Беларуси. Здесь им помогли с оформлением документов, жильем, лечением и работой. Дети изучают язык и культуру. Сегодня они угадывали имена персонажей мультфильмов и активно участвовали в танцевальных викторинах. Представление организовали волонтеры. Беларусь – это очень защищенная страна. Мне очень нравится в ней жить. Я уже здесь живу почти 10 лет. Я люблю эту страну, так как она очень красивая и позитивная. Я люблю вареную картошку, жареную, но и я люблю драники. Они интегрировались, дети ходят в белорусские школы, они свободно разговаривают на русском языке. Семьи из дальнего зарубежья, да, им, конечно, немного сложнее адаптироваться в белорусское общество, да, потому что другой менталитет, другие культурные ценности. Но мы помогаем, с ними работают и психологи. Все семьи, которые у нас начинали адаптироваться еще 8 лет назад, да, 10, вот сирийские, афганские, они живут как полноценные белорусы в нашей красивой стране. Согласно международному праву, беженцы – это люди, которые не могут или не желают возвращаться в свои страны из-за опасений за жизнь, здоровье и безопасность. 80% всех вынужденных переселенцев в мире – это женщины и дети. Информационная война, противостояние хейту и фейкам, взаимодействие прессы с властью, ведущие медиаэксперты, политологи и аналитики, руководители предприятий и прогрессивная молодежь обсудили насущные вопросы на форуме в Минске. Впервые в таком масштабе. Настало время, когда новые методы сотрудничества разных структур, объективное и точное донесение информации требуют качественного анализа и генерации. Чтобы на информационном фронте вместе отражать атаки и работать на благо общества и государства. Подробности форума в нашей рубрике «В центре». До чего дошел прогресс? Ведь сейчас информационные технологии впереди планеты всей, и порой за ними не угнаться. При этом стремительное развитие интернет-медиа – это не только польза, но и потенциальный вред и для общества, и для страны. Фильтрация контента, достоверная и объективная информация – это, пожалуй, самый важный фактор работы СМИ в эпоху фейков и постправды. То, о чем всегда говорит глава нашего государства – наша сила в правде. Это первое. Второе, безусловно, нам необходимо добавлять в оперативную
оперативности в реагировании на различного рода информационные вбросы и вызовы. Ну и, как мне кажется, сегодня мы должны активно работать во всех средах. Причем не только в интернете и в социальных сетях, продолжать развивать в том числе и печатные СМИ, телерадио. Наша задача сегодня определить, расставить акценты над тематикой, которая сегодня должна быть первостепенно заявлена в средствах массовой информации. Более того, освоить, наверное, насколько оперативно и командно сегодня надо работать в информационном пространстве, опять же, с какими ресурсами и на каких площадках наиболее продвигать свой контент, определиться, что сегодня наиболее притягивает внимание нашего пользователя. Вопросов очень много. Они были и будут всегда. Недооцененную пока еще роль в информационной политике, в системе идеологической работы в трудовых коллективах играет корпоративная пресса. По словам экспертов, такие СМИ сегодня не должны зацикливаться на узкой тематике. И в частности, только на обслуживании информационных интересов своего предприятия или концерна. Убедить наших коллег в пресс-службах, в корпоративной ведомственной прессе о том, что мы существуем в рамках единого информационного поля. Перед нами стоят одни и те же вызовы и задачи. Мы ставим общие, а значит, работать мы должны сообща. У нас в городе Минске уже отлажена система совместного производства и доставки контента. То, что касается городских предприятий, то, что касается учреждений там, здравоохранения и образования. Наша главная цель – вовлечь в нашу работу пресс-службы крупных предприятий республиканской формы собственности. Плюс это, конечно, оперативное реагирование на ту лавину фейков, те попытки раскачать ситуацию в трудовых коллективах, которые предпринимаются. Еще один нюанс. Многие предприятия тесно взаимодействуют с крупными СМИ, стараются больше заявить о себе и ретранслировать общую республиканскую повестку. Однако многие – это еще не все. И время от времени в сотрудничестве случаются шероховатости. Как соблюсти интересы корпоративные и государственные? Вопрос непростой. У нас, конечно, есть вопрос платный-бесплатный контент. То есть очень часто то, что средства массовой информации понимают под рекламой, для нас эта реклама не является, и поэтому вот здесь есть тоже такой момент. Да? Ну и, конечно, вообще буду говорить о том, что на предприятии, неважно, промышленное оно или любое другое, организация, все-таки должен быть человек, который отвечает за средства массовой информации, за информационную политику. Все больше белорусов читают и просматривают СМИ с помощью мобильных устройств. В основном это, конечно, молодежь. Вот только таким потребителям зачастую не хватает ни опыта, ни терпения фильтровать контент. А ведь так легко проглотить информационную наживку. Информационная война идет. Каждый день мы сражаемся и являемся такими солдатами информационной войны. Все сотрудники нашей пресс-службы. Поэтому, конечно, если брать, допустим, 20-й год, везде, в каждом предприятии, на каждом университете образования, учреждении образования создавались такие чаты, каналы для раскручивания протестной какой-то повестки. Но мы для этого на этом семинаре и находимся, чтобы создавать альтернативные каналы, которые будут популярны среди молодежи. Не просто семинар, открытый диалог. Ответы на вопросы услышали все желающие. И заряд мотивации получил каждый. На полях форума дополнительные секции от общего к частному. Задача – создать наработки, отработать конкретные кейсы, показать, как должны быть выстроены медиасвязи, как сделать из простого события интересную новость, как стоит работать со СМИ и выстроить диалог с журналистом. Мастер-класс от опытных телевизионщиков. Четко и по делу. Порой информация, которая подается о чем-то, что делает город, либо что делают власти городские, районные, подается, ну, скажем так, не совсем корректно, и со старта информация это у зрителей интереса не вызывает. Так вот, моя задача, может быть, как-то попробовать подсказать людям, которые отвечают за работу со средствами массовой информации на предприятиях, в вузах, как подать свою информацию максимально интересно со старта для зрителей, чтобы зритель захотел дочитать это все дело до конца. Требования времени искать новые возможности для взаимодействия СМИ с аудиторией. Прежде всего, доносить проверенные факты и аргументированные мнения через мессенджеры и соцсети. Реагировать на фейки мгновенно. Каким в итоге будет исход инфовойны, зависит не только от медиапрофессионалов, но и от эффективного взаимодействия власти и СМИ. Ведь цель одна – обеспечить не только информационную, но и безопасность государства в целом. Антон Ковальчук, Сергей Вяль и Николай Найдович в центре.
считать красиво и быстро, вычитать и умножать. Тысячи абитуриентов сегодня сдавали централизованное тестирование по математике. Одновременно по всей стране открыли 41 пункт, 6 в Могилевской области. Самый популярный в Белорусско-Российском университете. Здесь для поступающих 10 аудиторий. В организации обеспечения порядка задействовали 50 сотрудников. Условия стандартные. Никаких гаджетов, только документ, удостоверяющий личность, ручка и пропуск. Безусловно, процедура централизованного тестирования, она предполагает и работу контрольных комиссий. В этом году госкомиссия очень активно работает, представители госконтроля, уровень организации очень высокий. Жалоб пока нет со стороны абитуриентов, это очень как бы важно, потому что главное это обеспечить ребятам комфортный режим, чтобы они не волновались, работали, но в то же время и соблюдая нормы, правила проведения централизованного тестирования. Изменения правил приема вступительной кампании отразились на количестве желающих попробовать свои силы в этом предмете. Втрое меньше прошлогоднего. Большинство выбрали централизованный экзамен. Окончание важного испытания сегодня ждали не только абитуриенты, но и их родители. Сын молодец. Планируем поступать в столичный вуз на прикладную информатику. Надеюсь, что все получится. Не волнуюсь, потому что в нем уверена и была хорошая подготовка, были хорошие учителя. Сделали все, что могли. Остается только ждать. Удалось осилить почти все вопросы, что касаемо сложности. Если учиться в школе и подходить к подготовке разумно, с целью определенной, то, что ты поступишь, получишь самые максимальные баллы, то сложностей почти никаких не возникнет. Всего в графике централизованного тестирования 15 предметов с учетом разных языков. Белорусский и русский, обществоведение, а сегодня и математика. 4 предмета позади. Последнее испытание – всемирная история 4 июля. Результаты будут доступны на сайте РИКС в личных кабинетах абитуриентов. Спорт во имя спасения. В Минске проходят международные соревнования пожарных. Участники борются за Кубок Белорусской Федерации. На площадках Университета гражданской защиты МЧС чемпионы и молодые спортсмены из Беларуси и России. Силу, выносливость и мастерство показывают сразу в нескольких дисциплинах. На одном из зрелищных испытаний побывала наш корреспондент Алена Красноносова. Без страховки и со штурмовой лестницей. За секунды они буквально взлетают на 4-й этаж. Ведь в борьбе с огнем время решает все. Такое состязание – одно из главных в пожарно-спасательном спорте. На дистанции лучшие в своем деле. Вновь удивил ловкостью Виталий Бубор. Личный рекорд спортсмена пожарного – чуть более 13 секунд. Я показал 13:22, чуть-чуть мне, конечно, не хватило. Для меня этот вид спорта больше, конечно, связан не то, что как спорт, потому что в боевой работе мы тоже сталкиваемся с подъемом на этажи при какой-либо чрезвычайной ситуации. И как в боевой работе, так и в тренировочной мы стараемся улучшать, повышать свои навыки. Это сложное состязание покоряют и женщины. Вот только дисциплины для них немного проще. Ведь лестница весит не менее 8 килограммов. А еще штурмуют не 4-й, а 2-й этаж. Но от этого испытание не менее зрелищное. Женская сборная впечатляет результатами. Через силы, через пот и кровь пытаешься как-то уже выиграть это и выбить эту победу. Но девчонки очень сильные, особенно девчонки из России. Наши девчонки очень сильно готовы, поэтому здесь была прям сумасшедшая борьба. И надо было посмотреть, и мы секунда в секунду практически финишируем, поэтому эмоции, конечно, переполняют. На площадках Университета гражданской защиты МЧС две самые титулованные команды. Спортсмены-огнеборцы из Беларуси и России борются за Кубок Белорусской Федерации. 4 соревновательных дня насыщены испытаниями. Полоса препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Спортсменам предстоит показать выносливость и мастерство. В Беларуси я второй раз. В прошлом году не получилось здесь пробежать хорошо. Сейчас в этот раз хорошо получилось, я очень рад. В Минске мне нравится все. Здесь сильные спортсмены. Всегда приятно с сильными соревноваться. Состязания максимально приближены к действиям в реальных чрезвычайных ситуациях. Пожарно-спасательный спорт помогает отрабатывать навыки для спасения жизни. Ведь на боевом дежурстве главное максимально быстро прийти на помощь. В этом виде спорта белорусы без преувеличения чемпионы. В копилке множество наград и рекордов. Считаю, что традиционно на самом высоком уровне нам удается добиваться самых серьезных результатов. Если говорить о высоких достижениях, это одна сторона медали, а если говорить про
кухню подготовки наших спортсменов, то надо вспоминать про тех деток, которые сегодня вовлечены в занятия пожарно-спасательным спортом. Фактически во всех регионах нашей страны существуют секции и кружки, где мы привлекаем деток для занятия спортом. Одни из сильнейших команд в мире – это команды Белоруссии и России. Сама мысль и суть пожарно-спасательного вида спорта – это чтобы развивать и готовить наших пожарных, потому что наши спасатели, наши пожарные – это те, кто всю свою жизнь без остатка отдают на благо человечества, как это на спасение жизни людей. Этот турнир – подготовка к большому состязанию в Турции. Чемпионат мира пройдет уже через несколько месяцев. Быть лучшими для наших спортсменов уже дело привычное. Потому в копилке белорусских спасателей ждут еще одно золото. Алена Красноносова, Сергей Васюкевич, наши новости, ОНТ. Жить по-графски, но сразу реновация по правилам. Усадьба Потоцких в Березино на полпути из Минска в Могилев ждет вердикта продана. Дом 19 века и часть пейзажного парка «Ровесника» будущему владельцу предлагают недорого. Хотя стартовая цена лота в ходе торгов может существенно вырасти. Уж больно привлекательный объект на берегу одной из самых известных рек в мире. Французы точно подтвердят. Александр Матяс, делаем ставки. Приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню так же нелепо, как посетить Березино и не постоять у стен 1858 года. Тревел-блогеры давно заметили классический дом с мезонином. Двери и окна закрыты наглухо, однако теперь есть другой вход. Интерактивный 5D-паспорт на сайте Березинского райисполкома. Что он позволяет увидеть потенциальному покупателю и инвестору? Увидеть состояние здания и территории в настоящем времени и совершить виртуальную экскурсию. Кроме того, интерактивный 5D-паспорт содержит все технические характеристики от общей кубатуры здания до размеров территории. Проведены компьютерные просчеты всех технических и строительных монтажных работ, которые позволят уже на сегодняшний день специалистам просчитать стоимость реконструкции и модернизации данного здания. Отдать не просто дом, памятник регионального значения сейчас готовы за 28 тысяч 400 рублей. Нереальная стоимость рыночная больше 140 тысяч. Скидка, чтобы остаться в плюсе. Добро, вписанное в 520 лет города, должно попасть в хорошие руки. Я кажу, дремле памятка дён, что у необыт утекли. И за этот час менялась и история, менялись поколения, и изменился и внешний выгляд этого будинку. И лёс его такие, как не вельми зайздросный, покольки белопольская оккупация, 1919-1920 год. Летели снаряды, а левось выстрел и Великую Отечественную войну. Справа гонору, как тут что-то отродилось. Хотя в 1994 году был шанец, когда нащадки Потоцких приехали и было ожидание отродить вот эту сядибу за Австралией. Окончен бал, погасли свечи. После Октябрьской революции ее купцом, спонсором называют Александра Парвуса. Миллионер, теоретик марксизма, уроженец Березино. Детдом, школа, склад, запустение с 80-х. Обыватели в трагический финал не верят. Главному лоту, дворянскому гнезду, прилагается картинный вид. Сейчас он не такой, как раньше. Крутой берег Березины зарос деревьями, что, впрочем, тоже весьма живописно. Там еще фрагмент графской террасы. Со временем все войдет в свое русло. Полгектара земли предлагают в аренду на полстолетия. Пролонгация не исключено. Вполне вероятно, будущее бывшей аристократической резиденции, рекреационный объект, спортивно-оздоровительный комплекс, а можно восстановить и жить по-графски. 27 января 2023 года Министерством культуры утвержден проект зоны охраны на усадьбу графа Потоцкого. Также имеется паспорт на данное здание. И имеется охранное обязательство. Конечно же, покупателю следует учитывать, что по 115 статье Кодекса о культуре все ремонтные, реставрационные работы согласуются с Министерством культуры. Принцип «не навреди» не только в медицине. Сыграет ли чья-то ставка, узнаем 21 июня. Завтра. Пока же совершаем променад под заманчивыми сводами почти 500 квадратов в режиме онлайн. И отправляемся на встречу с нашим наследием офлайн. Александр Матяс, Дмитрий Буй, Анна Мороз. Наши новости. Минская область.
Завтра, по данным Белгидромета, погоду будет определять область высокого атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Лишь ночью по юго-востоку страны сохранится влияние теряющего активность атмосферного фронта. В среду переменная облачность, без осадков. Лишь ночью по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 60%. Ночью утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха утром на большей части страны до плюс 20. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, на пару градусов прохладнее. Днем показания термометров на отметках до 28 градусов. К вечеру в диапазоне от 24 в северо-восточных районах до 27 в центральных. В четверг ночью сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Утром и днем с территории Польши ожидается перемещение очередной системы атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от 10 по северо-востоку до 18 по западу. И в разгар дня от 23 по западу до 30 по восточной половине страны. В пятницу локально пройдут небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится. У меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.